Космо, в чем дело? Что такое? Я есть Грут. На нас напали? Так вот они, трусы, опорочившие леди Хеллбендер. А, ну да. И кто в мять такой? Как правило, я не вступаю в разговоры с низшими формами жизни. Но мой контракт с леди Хеллбендер позволяет это сделать. Так вот что, убожество. Обращайся ко мне согласно званию. Я капитан Слава, лидер Смертельного Легиона. Так уж и смертельного. Скорее, сопливого. Нас окружили. Слушайте, я знаю, леди Хеллбендер злится на нас, но сейчас момент неподходящий. Ты думал, она прекратит охоту, потому что вам повезло выскользнуть из рук кровных братьев на забвении? Да. Да ты такой же кретин, как они. Леди Хеллбендер шлет привет, пресловутые Стражи Галактики. Вы будете уничтожены. Нет, это вы будете уничтожены. Уел его. Ладно, прорвемся. Может быть. Умеют они появляться не вовремя. Начинаю скучать по той собачьей тюрьме. Я есть Грут. Хватит командовать, Грут. Ты даже не умеешь пилотировать. Где Драк Шрот? Я должен взять пятерых. Хороший вопрос. Я есть Грут. Держись, приятель. Они нас пока еще не пришили. Эти корабли не удается быстро уничтожить. Глупцы. Мы лучшие бойцы галактики. Что? Придется разобраться с вами лично. Вы подбили истребители. Но мой крейсер вас уничтожит. Мой корабль! Нет, не смей! Несучих шмагов! Если ты нас угробишь, я тебя прикончу! Нет! Я слова! Боитесь! Выкуси, леди Хабалка! Она этим не ограничится. Забудьте пока что о леди Хеллбендер. Сейчас нам надо попасть на Ксандр. Жми! Да уж, стричку нужен тюнинг. Сначала бы добраться до станции. Я не дам ведроголовым копаться в моем. Ого, кто знал, что в космосе бывают пробки? Я не видела столько кораблей у Ксандера с начала Галактической войны. Включай эфир, Грут. Узнаем, что происходит. Я есть Грут. Вынужден ретироваться. Батареи на исходе. Мне нужен доступ к устройствам. Связь на челюсти. Вот где живы что? Это корабли из обратившихся миров. Беженцы. Нам срочно нужна стыковка. Пожалуйста, ответьте. Грут, вырубай. Я не вижу спасательных челноков. Помощи не будет? Нет. Нет. Корпус снова кучка самодовольных пижонов. Но спасать — это их работа. На хвоста они тогда нужны. Не шуми, ракета. Звякнем на станцию и попросим соединить с миросознанием. Грут.
Добро пожаловать в штаб-квартиру корпуса Нова. Для продолжения коммуникации выберите язык. Я есть Грут. Нова 11249-44396 находится вне зоны приема наших сенсоров. Ричард Райдер, землянин? Ты правда не в курсе, кто это? Земляне не стоят моего внимания. Я есть Грут. В смысле, кнопки «Совершенное преступление» скучно? У нее-то две подружки. Думаешь, явка с повинной привлечет их внимание? Нет. Я есть Грут. Подключаемся к банковскому сервису. Невероятно, сработало. Спаржа галактики. Как понять вас? Эй, миросознание, 100 лет, 100 зим. Это я, Питер Квилл, Звездный Лорд. И мы, это, Стражи Галактики. Документ имеется. Помоги нам. Оплатить штраф? Нет. Нет, разумеется. Надо спасать Галактику уже не спасти, Питер Квилл. Что? Массовый психоз. Обещания. Сметает системы, обращая всех на своем пути. Менее чем за 3 цикла. Оно разрослось из команды одного лишь фрегата во множество форпостов, миров и систем. Прокси 9. Ригель 3. 75,222% галактики Андромеды утрачены. А про контраксию она ни слова не сказала. Они, а не она. Миросознание — это коллективный ум. Слушай, мы знаем, кто в этом замешан. Мы сами видели, как действует обещание. Мы скинем вам инфу, а вы остановите это. Кажется, мы все объяснили. Остановить церковь вселенской истины невозможно. Они — это коллектив. Оно машина. Да, и во мне железки имеются. Но не вздумай называть меня оно. Слушайте, мы же сбежали с корабля церкви. Сведений столько, что вы их легко утихомирите. Едва ли вы можете сообщить нам что-то новое. Вообще, я знаю пару вещей, о которых не знает суперкомпьютер. Например? Ну, скажем, как правильно гладить шиарианскую боевую птицу. Как ты вообще выжил? Я просто знаю, где погладить. Да? Что ж, я знаю, где купить крякнутые шлемы корпуса Нова так дешево, что даже не смешно. Что? Они явно ни сном, ни духом. Они бы это пресекли. Дело в том, что мы видели это, испытали это, побороли обещания, и, может быть, наш опыт поможет вам прижать их к стенке. Это возможно. Мы упустили из виду важность индивидуального опыта и воспоминаний в наших архивах. Круто. Давайте объединимся. Но при этом, учитывая размытые параметры данного запроса, реализацию протокола поиска считаем неразумной. Что ж, прошу извинить нас. Церковь Вселенской Истины бросила свои силы в эту область космоса. Крайне важно ретироваться до их выявления. Вы убегаете? А с беженцами что будет? Вы их что, без защиты оставите? Основная директива — сбережение ксандерианской культуры. Остальное не так важно. Вы свою-то планету видели? Плачет горькими слезами вся ваша культура. Культура — это не просто регион. И после налета Читаури вы влепили новый ксандер в ту же систему, несмотря на опасность. Вы лидер корпуса Нова. Ваш долг — защищать эту галактику. В корне неверно. А вы не лидер ведроголовых? Мы не обязаны защищать галактику. Мы блюдем порядок с целью предотвращения потенциальных угроз. Сами себе служите. Побочный продукт нашей основной директивы. Офицеры по всей галактике жертвуют жизнью ради вас. И вы не рискнете вмешаться ради них. Риск чрезмерен. Эта жертва будет напрасной. По неясной причине церковь накапливает ресурсы. Ее влияние не вмещает ни одна вероятностная модель. Так обновите модели. Едва ли мы погоним вычисления под абсурдный источник силы противника. Вы про энергию веры? Черпать.
энергию из веры. Это нелогично. Мы не сумеем вычислить сценарий борьбы с чем-то несуществующим. То есть дадите церкви победить? Тому, что невозможно вычислить, нельзя противостоять. Большинство разумных существ не имеет возможности просчитать риски перед боем. Вы управляете силой Нова, волшебной энергией, питающей корпус Нова. Она не волшебная. Но да. Тогда объясните ее мне. Ведь обыватель здесь тоже не видит логики. Танос говорил, ее генерируют живые компьютеры Ксандера. Живые компьютеры Ксандера и есть сила Нова. Она есть, потому что мы есть. Раз мы есть, существует и она. Значит, вы укращаете коллективную энергию. Также Рейкер поступает с верой. Может быть, церковь тем же способом действует? Возможно. Вы дали нам пищу для размышлений. Стражи Галактики. Подумаем. Позже. Сейчас мы вынуждены готовиться к отбытию. Все равно валите. Мы принимали решение, рассмотрев все прочие возможные варианты. Подробный поиск в банке данных выявил лишь одну сущность, способную остановить их. Что это? Ничто. Кто? Адам Уорлок, исконный золотой бог церкви. К сожалению, он погиб. В последний год галактической войны. Блеск. Значит, дело швах. Похвально. Вы пришли к тому же заключению, что и мы. Похоже, приготовления к путешествию почти завершены. Прощайте, стражи Галактики. Нет, стойте! Как же это в духе Нова. Не помогли тогда, и сейчас не помогут. Я есть Грут. Что? Издеваешься? Грот сказал, на горячей линии так и висят в ожидании штрафа. Ладно. Давайте с этим покончим. Подтвердить платеж. А, что? Вселенная вот-вот накроется, а ты спускаешь наши деньги на штраф? Слушай, друг, церковь скоро явится по нашей душе. Если сработает трекер, нам конец. Ладно, зато вопрос решен. Делаем ноги. Питер, пошло движение. Они улетают. Квилл! Квилл! Я вижу! Шмагов сын! Они принимают обещания. Надо прыгать, Квилл. Я знаю. Обещание матриарха сбывается. Питер! Сперва оторвемся немного. Давай, давай. И вперед! Вот хвост! Ты что вместе натворил? Я не знаю. Почему мы встали? Сопливый легион мог задеть нас при нападении. Ребят. Это вопрос времени. Вся галактика примет обещание. Сакралия у нас на хвосте, а мы с вами застряли здесь. Ребят. И как мы это сделаем? Ты же видишь, ничего не пахнет. Ребят, обещание нужно принять добровольно. О, да. А без двигателя нам крышка. Все равно. Ребят. Хватит. Перестаньте спорить. Я мыслей своих не слышу. Ракета, чини двигатель. А как я тебе это сделаю? Я не могу запустить диагностику. Плевать. Просто чини. Вмять. А нам что прикажешь? Не знаю. Ясно? Думаешь, я ответы рожаю каждые 2 секунды?
Ладно. Нет. Только... не сейчас, я не могу. Как я устал. Ну их, корпус снова. Не надо было на них вообще рассчитывать. А вот и наш великий лидер. У меня будут блохи. Давай, детка. Кыш, кыш. Какого... Вот как ты пробралась. К черту. И постель воняет. Класс. У нас свой корабль, и это наша каюта. Места маловато. Какой у тебя? У меня? Причесон. Что это? Что? Что происходит? Ты это... и я? Вставай. Говорящий енот ждет. Тебя все ждут. Ракета, да, он там. Исправлял какую-то поломку. Слушай, если мы типа известный космический герой, тогда почему убегаем от противника? Все так сложно. Все просто. Хватит уже бегать. Кстати, мы сели. Грот хотел дать тебе поспать. Прикинь? Сколько я проспал? Достаточно. Всю дорогу до карантинной зоны. Стой, а почему мы здесь? Квилл, ты хочешь починить корабль или нет? Мой корабль. Да, твой корабль. Давай, все уже снаружи. Гляньте, кто глаза продрал. Грызун распоряжался, пока ты спал. Да, да, знаю. А ты не спешил. Что? Ники? Откуда ты взялась здесь? Ты обещал вытащить меня отсюда. Я помню, но... Ники! Держитесь от этой штуки подальше! Я и без тебя знаю! Он летит! Слишком быстро двигается! Свобода! Зверь догоняет нас, Питер Квилл! Беги, Драк! Почти мою смерть! Что ты делаешь? Герои не сбегают. Это все какой-то бред! Оставь меня в покое! Не преследуй меня! Это ведь я виноват! Получай, уродливое чудище! Питер Квилл! Питер Квилл! Питер Квилл! Питер Квилл! Питер Квилл, вставай! Дракс, мы же договорились. Прекрати. Твое внебрачное дитя не ошиблось. Ховод и Камария воскреснут. Да.
ясно. Необходимо лишь верить.